привет! С вами канал Дизайн Интерьера и снова я, Дарья Резникова. И сегодня у нас появилась уникальная возможность посетить один из самых удивительных пентхаусов Екатеринбурга. Сегодня мы посмотрим и покажем вам, чем и как укомплектован этот объект, в чем его особенность и ценность. Нам расскажет Павел. Он занимается продажей элитной недвижимости в Екатеринбурге. Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, Дарья. Спасибо, что пригласили нас на этот удивительный объект. И первый вопрос: в чем же его особенность и уникальность? Уникальность этого объекта в первую очередь, конечно же, это видовые характеристики. Во-вторых, это то, что без ложной скромности можно сказать, что Антарес был построен вокруг этого объекта. И я сейчас расскажу, почему. Потому что именно вот в данном пентхаусе были применены очень интересные конструктивные особенности, которые можно было сделать только один раз при строительстве дома. Этот пентхаус полностью сделан из кирпича. Более того, сделана дополнительная шумоизоляция сверху, снизу. Единственная стена с соседями тоже сделана дополнительная шумоизоляция, 10 мм пробки. Гидроизоляция. Полностью пролит пол. Сделана гидроизоляция даже каналов труб. То есть, если, не дай бог, что-то произойдет, то эта квартира, как капсула, будет защищена полностью от протечек. Но этого точно не произойдет, потому что во всем жилом комплексе Антарес есть система контроля протечек. То есть, везде стоят датчики протечек. Что касается инженерных сетей, они сделаны и спроектированы таким образом, чтобы сохранить высоту потолка, но в то же время, чтобы в этой квартире, в этом пентхаусе, был свой уникальный климат. Потому что Штефан Гетто, когда был в Екатеринбурге на объекте, он заметил, что климат очень сильно отличается от тирольского. Да? У нас здесь ни для кого не секрет, очень сухой воздух. А это очень пагубно сказывается на состоянии кожи. Для организма требуется все-таки более увлажненный и очищенный воздух. Здесь работала целая команда дизайнеров и инженеров для того, чтобы вот этот сплав творчества и инженерных решений был воплощен в этом красивом пентхаусе. Собственно, архитекторы, они не местные, они австрийцы. Да, Штефан Гетт, архитектор этого проекта, он австриец. Вы упомянули про сложные инженерные системы, которые формируют климат в помещении. Собственно, что это за системы? Здесь сделана уникальная система «Умный дом», причем на самом деле уникальная. Такой системы больше нет в Екатеринбурге. По сложности она сопоставима, пожалуй, с инженерными решениями для спа-отелей в Альпах. В этом пентхаусе поддерживаются 4 климатические зоны, поддерживается постоянная влажность, поддерживается тропический климат. То есть циркуляция воздуха настроена таким образом, что он полностью меняется каждые 40 минут. При этом он очищается до стандартов Евро-7. То есть это первый класс медицинских учреждений. Соответственно, здесь очень чистый, очень влажный, очень полезный воздух. Это раз. Во-вторых, система климат-контроля поддерживает температуру определенную, полезную не только для организма человека, но и для материалов, которые использованы в отделке этого пентхауса, потому что материалы натуральные, они дышат, они должны жить своей жизнью. Я наблюдаю здесь массивную доску на полу. Массив белого европейского дуба толщиной 21 мм. Покрыты специальным маслом, который не закупоривает поры, да, как обычно это делается, а который позволяет дереву дышать. Я вот как архитектор, как дизайнер знаю, что в квартирах использовать массивный пол крайне опрометчивый поступок, поскольку климат сложный. Зимой это перепады в сторону жары и сухости, а летом наоборот там холодно. А массив он требует постоянной стабильной температуры. Да,
именно для этих целей была сделана инженерная система. В том числе, да, для этих целей была поставлена система «Умный дом» с возможностью постоянного климат-контроля 24/7. Интересная отделка стен в гостиной. Да, это панели из массива дуба, которые делались индивидуально под этот проект. Особенность дополнительно этого пентхауса в том, что этот пентхаус имеет минимальное расстояние от входной двери до панорамных окон, потому что в Антарсе очень много помещений темных, которые не имеют света. Здесь этих особенностей полностью нет. Самый большой акцент – это, конечно же, подход. Подход к строительству. Вы, как дизайнер интерьера, знаете, что одно дело нарисовать, другое дело воплотить. Собственник с доскональной австрийской педантичностью подходил к приемке работ по отделке этого пентхауса. Есть адская кухня, а здесь была адская приемка. Некоторые этапы работ переделывались по 2-3 раза под чутким руководством. Сейчас мы находимся в гостиной. Нельзя не заметить эту прекрасную кухню и волшебный стол. Да, стол действительно уникальный. Он сделан из цельного единого куска небесно-голубого кварцита, который еще видел динозавров. Стол у нас он раздвижной. Сейчас он, то есть, в разложенном виде. Да. Его можно сделать более компактным. Да, все так. В этой квартире порядка 17 позиций, которые были специально ввезены в Россию. На этапе выбора квартиры собственник поступил очень дальновидно. Когда выбрал квартиру со 100% видом на зеленую рощу, на центр города и расположенную на восток и юго-восток. То есть солнце здесь утром, а когда вы приходите домой после работы, да, то есть солнца уже здесь прямого нету, только мягкий отраженный свет, который абсолютно не мешает просмотру телевизора. Я предлагаю скорее отправиться дальше, потому что нас еще как минимум ждет 200 метров, правильно я понимаю? Да, все так. 200 метров жилой площади, их нужно показать. Ну, я думаю, самое время поговорить о планировке, потому что квартира, площадь общая 260 метров, здесь очень важно грамотное зонирование. Расскажите, где что? Я так наблюдаю, что, в общем-то, все очень логично расположено. Да, Дарья, все очень логично. Здесь есть зона для того, чтобы принимать гостей, да, и частная приватная зона, которые очень грамотно разделены, разнесены коридором, да. Плюс также в гостевой части есть свой санузел, есть несколько гардеробных комнат, есть своя кладовка. И также в приватной части этого пентхауса 3 спальни, 2 детские, 1 взрослая спальня со своей большой ванной комнатой. То есть всего здесь более 7 таких подсобных помещений, которые позволяют с комфортом разместить все вещи. Круто. Ну, я предлагаю отправиться и посмотреть все это детально. Ну а тут, друзья, подтверждение того, о чем неоднократно сказал Павел. Вот он, так называемый умный дом. Не тот, который мы уже ранее показывали в своих роликах, который дистанционный, а вот тот, который требует сложной установки, самый настоящий умный, преумный дом. Вот это его сердце. Да, это система «Умный дом», совмещенная с фермой майнинга криптовалют. Здесь все по-взрослому. То есть в этом доме можно вообще не работать. Дом работает за тебя. Класс. Мы сейчас в приватной части пентхауса, здесь спальни, 2 детские спальни и 1 мастер-бедрум со своей ванной комнатой и с секретиком от душной для мужчин, мы с вами ее посмотрим чуть позже.
Спальни сделаны с учетом потребностей детей, то есть это для более на младшего возраста, здесь для ребенка постарше. Отдельная ванная, да? Да, отдельный туалет, отдельная ванная и отдельная большая гардеробная комната, где комфортно размещаются все вещи и больше пространства с деткой. Сейчас мы с вами находимся в приватной части пентхауса, это мастер-бедрум, то есть здесь достаточно комфортно, потому что очень много света, большие панорамные окна, здесь есть место для работы, такой небольшой кабинет и большая просторная ванная, то есть, соответственно, здесь же расположен большой, очень функциональный гардероб, санузел и серверная. Она же мастерская для отдушины собственника помещения. Соответственно, здесь также мы видим на стенах натуральный дуб, панели из массива натурального дуба, которые очень гармонично вписаны в интерьер. И более того, сделаны такие приятные особенности, да? То есть, когда ты не видишь, а раз, и здесь можно поставить либо награды какие-то, да, либо, допустим, какую-то подаренную бутылочку хорошего вина. Да, это просто потому что лень до кухни ходить, далеко она. Не, ну классно, мне нравится. Так все это тайничок прямо. Да, пентхаус полон таких маленьких приятных неожиданностей. Наполнение спальни такое же уникальное, как и наполнение всего объекта в целом. Это гармония. Безусловно. Гармония наполнения. Безусловно. Тем более в спальне человек проводит довольно-таки много времени. И вот нельзя не обратить внимания на эту кровать. Она, в общем-то, очень контрастная по сравнению со всем интерьером спальни. Расскажите, что за кровать и какие здесь еще есть уникальные предметы мебели? Да, действительно, кровать является ярким пятном в интерьере. И, кстати, стоит обратить внимание, что это кровать и текстиль Versace. Рядом мы с вами видим шезлонг из натуральной кожи в цвет панели из белого дуба. Признаюсь откровенно, это самое любимое место в этом пентхаусе для меня, потому что если вот вы сейчас попробуете прилечь на этот шезлонг, уверен, что вы просто не захотите больше оттуда вставать. Ну, тогда мы сделаем это в конце наших съемок. Я там, видимо, и останусь на этом шезлонге. Но, тем не менее, спальня большая, да, такая, и у нас еще там есть несколько потайных помещений, насколько да. я понимаю. Большая спальня и с потайной комнатой, даже не с одной. Там есть очень интересный санузел в турецком стиле, есть серверная и есть гардеробная с сейфом. Ну и последний вопрос, Павел, который наверняка волнует уже всех зрителей. Сколько же стоит все это великолепие? Это все великолепие стоит 2 миллиона долларов. Чуть больше 2 миллионов долларов. Это стоимость стен, это стоимость инженерных решений, это стоимость отделочных материалов. То есть это себестоимость этого проекта. Круто. Ну, кого заинтересует объект, по ссылке в описании переходите на Павла и приобретайте этот объект. Будем рады организовать персональную экскурсию по этому чудесному пентхаусу. Спасибо вам за экскурсию, нам очень понравилось. Дарья, отдельное спасибо вам, что нашли время и пришли оценить этот пентхаус. Друзья, надеюсь, вам понравился обзор этого объекта. Возможно, кто-то насладился его красотой, а кто-то подчеркнул интересные дизайнерские решения. Не забывайте подписываться на наш канал, ставьте лайки. Также
Жмите колокольчик, чтобы не пропустить наше следующее видео. Впереди вас ждет много всего интересного. До новых встреч. Пока-пока.